анестезиолог Джонни Уэйк смог продержаться на стимуляторе их, извините, на симуляторе, смог продержаться на симуляторе их только 20 секунд. А певец Кевин Митчелл сравнил с ними процесс написания песни. Назовите их одним словом. Процесс написания песни. Если точно Ну, их симулировали. Их симулировали. Тогда какой ответ? Сейчас пишем и сдаем ответы классами по истории. Правильный ответ Робби. Робби, зайдете в 20.